Հղիության ընթացքում սկրինինգով հայտնաբերված այս կամ այն շեղումը դա դեռ ախտորոշում չի։ Սկրինինգային հետազոտությունների միջոցով ձևավորում են բարձր ռիսկի խումբ եւ ուղղություն են տալի հետագայի համար, որը արդեն դառնում է ենթակա ավելի խորացված հետազոտությունների։ Все мы знаем о таких понятиях, как двойной тест, тройной тест. Здесь исследуются биохимические показатели и также проводится ультразвуковая диагностика. В результате этих исследований высчитываются риски на наличие возможных вероятных патологий, таких как трисомии по определенным хромосомам 13, 18, 21, то есть синдромы Дауна, Эдвардса и Паттау. В зависимости от полученных результатов врач должен принять решение о дальнейшем ведении данной пациентки. Если риски оказываются высокими, то часто мы сталкиваемся с тем, что пациенток отправляют на амниоцентез. Мы знаем, что это инвазивная процедура, которая, возможно, для каких-то беременных имеет противопоказания, которая может быть травматичной. Существует новый вид пренатального скрининга, это неинвазивные пренатальные тесты, НИПТ. Многие, наверное, слышали об этом понятии. Хочется отметить, что на сегодняшний день это является самым удобным и самым безопасным способом пренатальной диагностики. Это обусловлено прежде всего тем, что материалом для исследования является венозная кровь беременной женщины. Во время беременности в крови матери в небольшом количестве всегда находится ДНК плода. К тому моменту, когда срок беременности приближается к 10 неделям, концентрация ДНК плода, также называется фетальная фракция, достигает того оптимального уровня, который необходим для достоверного проведения исследования. Тест, который применяется в нашем диагностическом центре, он требует фетальной фракции 4%. Тест называется Veracity, он был разработан целой группой европейских ученых. Неинвазивные пренатальные тесты разделены по определенным принципам на поколения. В Армении сейчас доступны тесты первого поколения, второго поколения. Наш тест – это тест нового поколения, новейший. Его отличительная особенность – это методика таргетного обогащения ДНК. Данная методика позволяет с высокой точностью определить фетальную фракцию, то есть концентрацию ДНК плода в крови матери, и определить анеоплодии. Определение фетальной фракции представляет собой дифференциацию ДНК плода от ДНК матери. Это первый и важнейший этап данного исследования. Тест Veracity по исследуемым позициям предлагает 4 панели. То есть если по результатам биохимического скрининга, ультразвуковой диагностики мы получили высокие риски на синдромы Дауна, Эдвардса и Паттау, мы можем ограничиться только исследованием конкретно на эти трисомии. Дополнительно после этого градация идет на трисомии плюс определение пола по желанию пары. Третья панель данного теста к трисомиям и определению пола добавляются анеоплодии половых хромосом. И самый полный пакет в рамках теста Veracity – это трисомии, анеоплодии половых хромосом и микроделеции. Не могу оставить без внимания разработку наших европейских коллег. Это новый тест, который называется Veragene. Это первый комплексный неинвазивный тест, который позволяет нам одновременно исследовать на анеоплодии, на микроделеции, а также провести исследование 500 мутаций к 50 моногенным заболеваниям. Отличается он от теста Veracity тем, что здесь в дополнение к биоматериалу венозной крови матери нам необходим материал биологического отца. По результату проведенного исследования мы будем иметь полный пакет Veracity, то есть трисомии, анеоплодии половых хромосом и микроделеции. И плюс будет приведен очень расширенный ответ по 50 моногенным заболеваниям. В список этих заболеваний входят такие болезни, как муковисцидоз, фенилкетонурия, периодическая болезнь, которая в нашей республике является тоже очень актуальной темой, в последнее время особенно. Таким образом, мы можем сказать, что в результате исследования Veragene, комплексного, где используется материал матери и отца, мы будем иметь генетический скрининг данной пары. И важно отметить, что результаты теста Veragene будут распространяться не только на конкретную беременность, которую мы исследовали, но и на все последующие беременности в данной паре. Это мы խոսենք կոնկրետ Veracity անվանումով մեր շուկայում այսօր արկա NIPT տեստի մասին, ապա որոնք են առավելությունները։ Եթե մենք նայենք նախորդ սերնդի թեստերը, այո, նրանք էլ են բավականին հավաստի, բայց իրենք ունեն որոշակի սահմանափակումներ։ Որոշ տեստերը ունեն սահմանափակում, որ բազմապտուղ հղիության ժամանակ խորհուրդ չեն տալիս կատարել այդ տեստը։ Veracity-ն դա չունի, Veracity-ն ասում է, որ նա կարողանում է առանձնացնել տարբեր պտուղների DNT-ն։ Հաճախ հարց է առաջանում, երբ որ մեր մոտ փոխնակ մայրության հետ կապված խնդիրներ է, եւ Veracity-ի առավելություններից մեկը նաեւ որ նա փոխնակ մայրության պարագայում էլ է մեզ տալիս պատասխան։ Հաջորդ առավելությունը ինչու՞մն է։ Դոնորական ձվաբջիջի պարագայում էլ է մեզ տալիս պատասխան։ Եվ Veracity-ի բացի, քանի որ մենք այսօր Veragene-ն ունենք, հա, մեկ այլ հնարավորություն, որը մեզ մոնոգեն հիվանդությունների ախտորոշման հնարավորություն է նաեւ տալիս, ապա մենք տեսնում ենք, որ այդ տեստի կիրառումը կարող է հետագայում բերել շատ մեծ արդյունքների, որևէ կերպ չեմ խրախուսում, որ նման տեստը արվի զուտ նրա համար, որ իմանանք թե երեխան ինչ սեռ է, բայց կան հիվանդություններ եւ կան համախտանիշներ եւ սեռական քրոմոսոմն է պետք, ասենք թե Turner-ի սինդրոմի համար ենք խոսում, որովհետեւ միշտ ասվում է Down-Edwards պատահ եւ Turner սինդրոմը, այսինքն նույնպես մենք ունենք արդեն ինֆորմացիա։ Биоматериал сдается в нашем диагностическом центре «Экосенс» на улице Комитаса. Далее материал отправляется в лабораторию, и результат мы получаем в течение 10 рабочих дней. Необходимость проведения данного исследования определяется врачом по результатам биохимического скрининга, по результатам ультразвуковых исследований. Также существует определенный порог в 35 лет, после которого очень рекомендуется женщинам сдавать подобные тесты. Семейный анамнез имеет также очень большое значение. Но не могу не отметить, что радует тот факт, что в последнее время растет число пациенток, которые приходят на данные исследования по собственному желанию. Это на самом деле очень здорово, потому что неинвазивные пренатальные тесты – это удобно, это быстро и, самое главное, безопасно.